Библиотеки Одинцовского городского округа принимают участие во всероссийской онлайн-акции «Библионочь». Инициатива приурочена к юбилею Великой Победы и проводится под хэштегом «75 слов Победы». Одинцово стало одним из 20 городов, поддерживающих эту важную акцию. Уже подготовлена программа онлайн-мероприятий, которые будут представлены как на официальной площадке «Библионочи», так и на собственных сайтах и в соцсетях библиотек.